Ольга Серябкина после рождения малыша дала свое первое интервью в эфире телеканала РУ-ТВ. Сын Лука появился на свет на 2 недели раньше, чем ожидала Оля. Но все-таки магические знаки о том, что встреча скоро, преследовали Серябкину несколько дней. Мы с друзьями сидели, отдыхали, и я не планировала, естественно, вечер закончить не дома, так скажем. В конце уже, когда мы заканчивали нашу вечеринку, я попросила воды. И мне приносят бутылку воды, которая называлась «Сан-Лука». Мы же знали, что ребенка будет так звать. Да, и это было... Причем это было уже практически, когда мы закончили наши посиделки, так скажем. Есть ощущение, что магия преследует певицу не только мистическими знаками. С момента родов еще не прошло даже месяца, а фигура звезды уже идеальная. Что касается веса, допустим, мне до моей нормы осталось 6 кг. То есть я достаточно быстро восстанавливаюсь, но я для этого ничего не делаю. То есть я делаю это естественным образом. Естественным образом проходят и дни материнства. Оля максимально расслаблена, потому что рядом заботливый муж, который также помогает сынам, встает по ночам и заботится о семье. Полное интервью вы уже можете найти на сайте РУ-ТВ и нашем официальном канале в YouTube.